Мы продолжаем рассматривать новую серию игровых устройств Strix от компании Asus. И сегодня поговорим о клавиатуре Strix Tactic Pro. Это механическая проводная клавиатура, ориентированная на геймерскую аудиторию. Пожалуй, самая удивительная и приятная особенность этой клавиатуры заключается в том, что она поставляется с одним из четырех типов механических переключателей Cherry. У каждого из них свой тактильный отклик. К нам попала модель с типом переключателей Black. Они лучше всех подходят для компьютерных игр. Они жесткие и не кликовые. Провод у клавиатуры с нейлоновой оплеткой и довольно длинный, 1,8 метра. Интерфейс подключения USB 2.0. Перед ним находится ферритовое кольцо, которое уменьшает количество помех. Сам коннектор надежный, но довольно объемный. В соседний с ним порт флешка уже не поместится. Корпус клавиатуры замысловатый, но симметричный. Выполнен из черного матового пластика. Благодаря внушительному весу и резиновым ножкам на столе Tactic Pro стоит как влитая. Для изменения угла наклона есть специальные, тоже прорезиненные ножки. Клавиатура довольно высокая и нет подставки под ладони. Поклонникам низкопрофильных клавиатур это может не понравиться. Зато понравится классическая раскладка на 117 клавиш. Слева расположились 10 кнопок под макросы, а над ними логотип серии. Дополнительные функции можно назначить и на кнопки с F1 по F8. Сочетание Function плюс F12 переводит клавиатуру в игровой режим, при этом отключается кнопка Windows. Под пробелом расположены еще 3 макрос-кнопки, но уже мембранного типа. Хорошее решение, потому как их легко нажимать большим пальцем. А чтобы не запутаться, здесь есть специальная пупырышка. Да и кнопка Function расположена так, чтобы любую комбинацию можно было нажать одной рукой. Очень удобно. Основной набор подсвечен оранжевым цветом. У подсветки есть 3 уровня интенсивности, плюс мигание. В обычном режиме Tactic Pro распознает до 6 одновременных нажатий. Если нажать сочетание Function плюс Page Up, активируется режим No Key Rollover, при котором устройство воспринимает одновременное нажатие сразу всех кнопок. Над навигационным блоком размещены клавиши управления медиаплеером и регулятор громкости. 21. Именно столько кнопок могут программироваться для выполнения макросов. Задать их можно через фирменную утилиту или на лету, нажав кнопку Macro Record. Только последний способ больше для оперативного задания. В программном режиме эти функции уже будут не видны. Поиграв некоторое время на Strix Tactic Pro, я с уверенностью могу сказать, что она идеальна. Cherry Black прекрасно подходит для шутера, а изобилие макрос-клавиш понравится поклонникам жанра MMORPG. Это прекрасный выбор для геймеров и не только.